Там свинина, курица, не важно, потом. Куда-то он где? Завтра будет с нами играть. Размываем пальцы. Сейчас нам никто не может хватить. Я знаю, но это так для вида. Ладно, не нефтяник. Чтоб страшно было всем. Чтоб типа я замялся. Ты отвечаешь, что стану скинуть номер, свой номер телефона, он просит. А, да. Я думал, у него есть. Сколько одного? Я думал, у него есть. Двое, где церковь, один чуть левее. Двое сразу креститься пошли. Подождите, я фукашу. Сейчас, все очень понятно. Важное дело. Главное, не позвонить тебе случайно. Вот. Это я умею. За домом броню сниму. Блять, пидорас, всю броню снял. Наверх пошел, на второй этаж. Мудак. Ёбаный. Ой. Как интересно. Привет, как вам пишет? Да ты чё, блять? Доебался теперь. Он тебе шаурму передает просто. Спасибо. Хочет, видимо, лично сейчас сказать. Да, сука. Пошел он. Да, одни. Так, там еще кто-то. Он там около берега, он один, он на жетоне. В вашу сторону пошел. Сейчас он один. Бля, с двух сторон зажимают. Снимали тяги броню. Блэкхолл это у них. Еще один где-то там. Шпает. Да ладно. Ксюш, он без брони. Ты же не можешь, чтобы волноваться. Мы сейчас тут в смятении. Городок на реке или ферма? Городок на реке или ферма? Городок на реке выбрал. Так, поближе стоит, алё. Не, я пока не поиграем. Чем я высадил? Что у нас тут есть? Я, по крайней мере, это никого не слышу. Я тоже не помню. Не видишь, не слышишь. Ты слишком далеко лететь, мы его увидели. Руслан, ты слишком смайликов посылаешь. Прямо поштучно каждый. Ты тоже много смайликов посылаешь. Так что, ну что ты жалуешься-то, боже мой? Ты увидел самого себя со стороны? Да. Я тебе понял свою ошибку. Я уже привыкла ко всему. МГ-42 есть. Быстрый полупулемет, полу-ППшка. Где? Там внизу отметили. Это метка, в той стороне.
Ага. Все, все понял. Спасибо. Что-то мне этот пулемет понравился. КМ. Кто понравился? КМ. Пулемет. Блять, а знаешь, какой он в реальной жизни, какой охуенный? Знал бы ты. А сколько он весит? Влад, не начинай. А сколько он весит? Килограмм 15? Бля, да не, с ним бегать можно. Да ты чё, брось-то. Килограмм 7, блять, от силы. Вместе с корбом. Ну, может, десятку, хуй с ним. Но бегать можно. На одном пота все накинулись. Они накинулись, они все. Двое накинулись. Я личность. О, пока я им прям по-другому выглядит вообще, конечно. Зовут только. Ничего. Я вообще не нашел перка. Вообще. Ну, у меня есть, но они такие все. Да, у меня тоже все серые. Опа. Два это серые. Мне надо. Это мое. Это малышка ко мне. На ферме на улучшалке есть. Люди. Сладенькая пупсичка. Лусичка. Фига, вы далеко. Еду. Опа, турелька. Езжай, езжай, езжай за камень. Еду. Почти доехал. Почти, mm-hmm. Немножко не удалось. Я так и знал, то, что так сейчас будет какая-нибудь хрень. Давай. А вот не надо было знать. Надо было не ехать туда. Это вертушка, блядь. И склад нахуй откуда-то. Нет? А два, и не дохуя там не два. На моем жетоне двойка. Я не злюсь. Я, правда, сегодня устал очень сильно. Что? Я не злюсь, я просто сегодня устал очень сильно. Я много раз заблудиться успел. Много раз заблудиться успел за сегодня, раз пять. Ну, об этом это я услышала, да. Она именно это услышала. Заблудиться. Ну что, ты сегодня раньше ляжешь, неужели? Не в 6 утра? Не в 6, а в 5. Подберите меня, я подстреливаю снайпер. Он поглядывает за мной. Надо было остановиться, блин. Пойду остановиться, ехать назад. Нет, я не хочу к нему. Так, куда? Не надо меня вести к этому извращенцу. Он мне... Ну ты ему понравился. Он слишком много видит. Чего я не хочу, чтобы он видел. Вторжение в жизнь. Будет замечать все. Будет замечать твой новый монитор. Тут уже приехал сюда. Тут уже есть. Да, вот тут уже есть, тут меня подстрелили. Надо мной. Вот она вертушка. Они прицелились, вертушка их стреляли. Блин, у меня с другой стороны. Бля, это такая фулка на мне. Ладно, я вывод сделал, больше так делать не буду. А что ты сделала там? Я вывод сделала. Что? Осматриваются, они останавливаются сразу. Да. Диму. Били. Опа.
Главное, не заблудись. Там три сосны есть. Ну, там рейд какой-то. Рейд простой. Просто рейд простой. Эй, это читерство, но я добавляю, что это человек в нашей команде делает. Потому что он врезался в ящик, а потом но резко как-то такой, телепорт, не, ну, я влево ехал, никуда не врезался. Я добавил, когда наши это делали, а вот когда вот... У него доебались. Да, а вот когда вот против делают... Я не знаю, какой штук. У меня, в принципе, его езда подлагивает. То же самое. Да, вот... Да, то... Бля, я уже думал, ты сейчас через дом телепортируешь. А, не, подожди, я не настолько читер. А, где этот? Я в доме на втором этаже. Ой, блядь. Это плохо. Это плохо. Да я прыгнула, только подобрала оружие, и тут сверху вертушка прилетела сразу, фулка. Мне прям в лицо, на! Ставлю свою руку, что там никого нет уже. Там некому уже быть. Понятное дело. Ну, не успеет. Давай, читы вырубаем. Ну и ладно. Велика потеря. Какие читы? У меня нет читов, мы без читов играем. Блять! Вот эта хуйня противная. Чё? Так, извини, Ксюша, сюда не успел. Вот это Омка меня снял. А, ладно. Так, на нефтяной вон есть. Пиздячки раздают кому-то. Ага, ага, давай, прощаться. На нефтяную не надо, там фул, две фулки, по-моему. Вон там зеленый есть. Залутанный, ничего страшного. Там есть тачка. Блядь, нет. Нет, блядь, сука. Нет. Да, блядь, заебали. Я труп. Чё с этими, блядь, все бегают-то? Бля... С трубами этими. И против этого труп. Надо было подыстальной. Я не знал, куда ты прыгаешь. Ага. Нет, нет, сука, мне нет. Мне метку кинул, я сказал, может, туда? Я уже вылетел в тот момент. Я уже вылетел. Ну и тогда. Поэтому я молча выпрыгнула. Умолчали важную инфу. Так. Ты нет. Там выбрал. Да, сука, нет. Господи, как мне везет. Чел, дай мне убежать. Бля, тут даже с тобой тачка. Надо выезжать уже, да? Да, там за мной надо выезжать. А, ладно, этот... У нас машина. Бля, они втроём так идут еще. А чё они так долго идут за мной? А, их даже четверо. Чё они так долго идут за мной? Я успел убежать, там и все дела. Чё, ты решил один воевать? Да, там... Самая лучшая идея против четверых. А я бы съездила за третьим лучше. Ай-яй. Не ходи, там плохо. Нет, там плохо. Раз, два, тройка здесь. Хоть бы это был не последний рейс, а то я стою тут. Да не, еще мало. Все еще много дней. Что мало людей, вот именно мало людей. Да тише, тише. Полегче, пай. Полегче. Не стреляйте в того, кто спасает свою фурку. Тише, тише, ну тише. Не стреляйте. Не да, заебали они всю игру с этими трубами.
Я тебе теперь так буду хорошо знать, о чем, что обо мне было думают, когда я взываю их. Это же был этот Реверенджер. Да, нет? Это Реверенджер был, потому что даже ракета не полетела в тебе. Хотя бы в дугу. Ох, они еще пиздятся здесь. Опа. Туда. Вот так вот. Вообще. В зону мне, наверное, никого нет. Мне уже подальше сейчас спрятаться. Чтобы возродить вас. И вот тут один какой-нибудь за деревом сидит, смотрит за этим. Как я один раз пытался захитить. Если бы. Ну, видимо, это не везет. Отсюда должны люди идти. Так-то, если подумать. Там были. И вот тут вот люди, он тут в туниках. Значит, не ехать, главное, сюда. И то не факт. Мне бы хотя бы просто пожить. Живите. Молния Маккуин. Чуть не вернулись. Ебать, там кладбище, надо туда. Там, да, там нормально, да, там неплохо так. Ну что, туда прыгать не хочется. Вообще хуй знает, куда прыгать. Ну, нету никого тут. Наоборот, прыгать там никого нет. Кто не рискует, тот не лутается. И сейчас появляется фолка, и я договариваю, не получает пизделей тоже. Где... Ну, я так смотрела. А, блин, у меня хрень полная, зачем мне это? ТМ-13, Райтек, МГ-42. Байка, Космос. Блин, у меня еще зона сейчас сожрет. А, себе. А, сейчас зона сожрет. Садись. Да, сейчас. Зона, не ешь меня. Я не вкусен. Если мы сдохнем? Нет, мы не сдохнем. Расслабься. У тебя есть сколько тут лошадиных сил? О, все, не знаю. Меня аж вырвать может по таких поездок. Я аж выпасть могу. Так, там это. О, там уже стреляют нормально. Вон на горе стоит, блять. У меня уже с другой стороны. Двойка. На горе. У меня так хорошо, да? Вообще, ему вообще не хорошо. Вот оттуда стреляют. Аккуратно, аккуратно. Где они там? Аккуратно идешь. Первая, вторая вода. Надо, где? Блин. Ух, ёлку. Вот это он там заныкался. Ник Дэниелс. Просто да, блять, залег там. У меня из-за икоты. Я не старая. У меня проблемы. А зачем мы порадуемся? Ну потому что надо привыкла оправдываться. Ну что ты доебался? Чтоб не думали, что я пизда был. Это кот как раз оправдывается обычно. Ну ладно. Нет доказательств. Я мама попрошу талончик с ним. У меня есть справка. У меня есть талончик, что я не ебанутый. Страв. Блин, мне надо тоже так не провести. Я лично поехать не могу. Такую справку. Чтоб сразу отвечать на вопрос, выебан. Неправда, у меня есть справка. Неправда, у меня есть справка. Я не ебанутый. Я на недавно появился. А, это человек, блин, я-то думал, это бот уже вот. Чего, Сэм? Вау. Не, серьезно.
Я смотрю, что-то убегает от меня бот уже. С первых же секунд. Бля, и Кать начала, ну сука. Вот помнишь говно, вот и оно. Пойду попью, что ли. Амель, вода. Не знаю, поможешь, не поможешь. Если что-то застало, прими таблетку, застало. Угу. Чтоб так работало. Как в рекламе работало. Была бы таблетка от икоты, я бы и заглоталась ими. Чтобы икать уже от таких таблеток. Ты знаешь, я заколебалась икать уже, вот реально. Не могу. Я могу беззвучно икать, да, вот это сдерживать икоту, но это больно, почему-то. Поэтому я со звуком икаю. И меня это раздражает. На меня люди странно смотрят. Косо как-то. Мне кажется, я их пугаю периодически. Не похуй ли вам? Этот, мы когда на станцию шли, с Луны еще, вот когда только думали, что поедем, да, но так и не поехали. Вот, там мужчина идет по телефону, идет базарит, там что-то с кем-то разговаривает, видит Луну такой, ой, какая собачка, сейчас подожди, сбрасывает, ну, с кем разговаривал, подходит, говорит, а кто это такая у нас, это моя собака, как начинает на него рычать. Он уже туда передумал, его, наверное, называть его. Не, она пытается показаться грозной, да, но потом в итоге она собирается нежиться, да, а ее уже боятся, потому что она уже нарычала, но поэтому она хочет, чтобы ее погладили, да, пипец. Логично. Я ему сразу говорю, типа, ну, не бойтесь, она так, не знаю, грозной пытается быть, что ли. Она, типа, не кусается, он такой, вот, говорит потом, ну, ты какая зайка. Приревновала уже, мою собаку зайкой называть, только я так могу. Вообще охуели уже. Мою я собаку бы... зайкой называть, только я так могу. Я бы и сам бы... так бы за собаку заступился. Пока уже приехал. Моя зайка. О, фига мою зайку так называют. Ой, надо команду фас выучить, знаешь? Я же говорю, тут надо команду фас есть, уже ну, выучить. Ну, не имею права без... этот... Сама не имею права учить. Только с социальными людьми, которые мне потом дадут справочку о том, что я выучила эту команду, что я могу ей пользоваться в экстренных случаях, там, или, ну, на службе. Угу. Вот. Понятно. А пока, ну... Хуй там мне. Не получится пока. Наверное, слишком маленькая все для этого. Так, вырастите. Чего, забирай. А у меня все хорошо. У меня тоже. За мной уже. А у вас как дела? Ну, фанаты. Шифроваться пора. Да нет, я бы не сказал. Мариарти. Тикток этот. Ну, не тикток, а в тикток с ним. Я знаю только этого. Ну, Мариарти это этот. Блин, он в маске снимает. Будто наш наркоту продает. Шерлока Холмса. Или продает. Надо будет все скинуть, чтобы ты понял, кто это. Я просто помню, но не могу сказать, кто это. Давно видела. Какие-то цитатки там рассказывал. У него очень много на аккаунте цитатов. Типа вот это, то все. А вы где? Нихуя вот далеко. Почему молчите? Ничего не спрашиваете. Да, в смысле, я лутаю спокойно. Я обычно, когда лутаюсь, вы только идете к улучшалке в этот момент. А тут вы уже за три пизды от меня. Я тоже я хочу. Вижу двоих людей. Где? Не видите, закрой глаза, садись. Я их взломал уже. Ну ты закрой глаза, ты сделай чуть не было. Что ты паришь? Там боже. Уже еще к ним падает. Да? На-на-на-на-на-на-на. Ну куда поворачивай?
да, где-то вот сюда он там. Ау, отзови. Подай знак, что ты живой. Исправим это. А, Роза. Ты элф. Ты элф. Я пока на крыше посижу. Это мало ли что изменится за 2 секунды. До того, как эта хуйня упадет. Отменят груз. Отмены произойдет. Мало ли люди пролетят, не знаю. Муха пролетит, цикатуха. Все что угодно произойдет. Да, надо подступаться. Как ты это беззвучно все сломалось, какого фига? Да, беззвучно, я только в последний момент заметил 17. Я сижу, втыкаю, смотрю на пейзаж, да, что-то думаю, почему на Улав спрыгнул, да, смотрю на вертолет, а у нас 17%, я такая, ёптво налево. Ну, нам немножко, мы сейчас немножко... Ну, того самого, да? Чему? Пока не вижу. Не, на вертолет подстава, какого фига он так беззвучно ломается, я в шоке. Да, если бы я не заметила, я сидела просто... Кто стрелял, то вы видели? Я не видел, у меня вообще тишина была. Вы видели, кто стрелял-то? Нет. Я не слышала вообще ничего, ну, тишина ладно, была. Ну скажи, кто стрелял, покажи пальцы. Мне кажется, он сам не слышал. Ну, вон снайпер. Не, только машина проехала, а вон там кто-то едет. Сноубордист. Вон там свил, сноубордист. Так я же метку поставила. Вы ставьте метки тоже, если увидите кого-нибудь. Тяжеловато немножко. Здесь! А мне их хилки закончились, стреляйте. Да откуда взялся, чё? Не было же там никого. А чё купать, я вам? Ты чё, лёг? Да. Бля, не туда кинул. Бля, сзади там кто-то стреляет. Чисто этот. Сколько это там? На 250 баты. Да, это мод, наверное. Ничего страшного, не обращайте внимания, не обращайте внимания. Оно не стоит вашего внимания, я займусь этим, да? Ну, не паникуйте, все хорошо, да? Сейчас, сейчас. Сейчас. Туда я никто не бежал. А вы боялись. Я так заранее предупреждаю, что это моё. Тебе ракеты надо? Да, надо. Это челик. Нам не волноваться? Не волноваться. Я охуела, кажись, только что. Я в штаны наложила. Что там у нас? Так что, ракеты нужны? Да, нужны. Если ты их скинешь. Это я прослушаю. Спасибо. Нет. Вот чуть-чуть, понимаю. Сейчас там есть люди. Блин, не слышу. Ну, он за своим челиком. За зону поехал. Да, за зону поехал. У меня перезарядка. Блять. Блять. Меня убил и полок. Должили. Нет, тебя никто не убил. Тебя... А тебе засчиталось? Нет, мне не засчита. Мне не засчитывается такое. У меня было нарисовано, что ты меня взорвал. Неправда. Ну я взорвал этот. Я все видела. Я этот взорвал, я думал, он там уже, около него, но он отошел. Меня взорвал, блядь, Алёша. Я не хотел. Блин, ну я проебала все свои вещи, залутал бы меня, что ли. Во, теперь можно залутать. Все равно далеко до зоны не доеду. Там их двое просто, понимаешь?
Сейчас. Еду через зону. Я сейчас сам откинулся. Че, надо его забрать? Слышишь, второй, куда ты поехал-то? У меня сейчас вон, видишь? Каждый за тебя. У меня сейчас вон. Все, я сам. А, я вижу, да. Я могу врачом, кстати, прилететь к вам. А, нет, не прилечу. Шоу у меня. Слишком долго прям, блядь. Но у меня тут тачка есть, Если ты полетишь. Ну ладно, я могу врач. У меня тачка есть. Я лично. Блин, вообще. Я врач, а за. Тачка. Уколы, конечно, от этого будет. Ой. Ну и сколько там у тебя этот? Да хуя, брат, езжай. Я пока к этому поеду. Ты не доехал? Нет, тут 10 хп дается, они быстро уже. Ну извини, у меня не получилось. Ну а часто, наверное, можешь уже использовать. Нет, мне еще чуть-чуть осталось. Ну сейчас тогда упадешь. Сейчас, смотри, вот. Бля, гениальный. Я ебал его. В смысле, я сразу нажал, как только появилась. Так надо было. Я ж не хилюсь, когда я лежу. Я ж не хилюсь так. Да в смысле, я нажала сразу, как она появилась. Я откуда знала, что ты упадешь на ноги? Слева вверху всегда можно смотреть там. Ну, у меня не слева вверху, но у меня справа. Справа вверху, короче, где список. Не сверху, она у меня. А какая разница, с какого права лево? Видно же, сколько же. Ну, а что ты говоришь? У меня он вверху слева, вот от первого лица, Call of Duty Mobile написано. А справа вверху у меня карта. Да какая разница, где так слева, что, справа? Видно же, сколько здоровья у большая. Союзных. Так, на тачку есть. Я смотрела на то, сколько у меня осталось до врача. Мне ты не встраивался в этот момент. Я ждала врача, чтобы нам сделать здоровье. Чё ты на меня наезжаешь? Ты бог. Вот сдохнешь, не подниму тебя, понял? Садись, сдохнешь. Садись. Я не сдохну, это ты сдохнешь. А вот это был сзади. Где-то он рядом. Бля, где он стоит? Есть патроны? Подкинь патроны. Да, есть. Я патроны, подкинь патроны. Есть. А все, они мне уже не нужны, спасибо. Уже не так. Я не смогла даже защититься за то, что патронов. А где он? Хотела. Где он? А, у меня здесь двое ног. У меня здесь ноги. Ножки. Они наверху все. На крыше. Внутри нет никого. Скорее всего. Бля, буду. Они убили меня с крыши. Так. Бля, я туда даже не заберусь никак. Я только одного взломать могу сейчас. Недалеко. Ой, их убил. Нет, он... Снайпер какой-то еще. Опа, попался.
наконец-то. На ту сторону. Ну вот, где-то я его взламываю. Где-то сидит. Охреляю, блядь. Это кто там? А что за зуб был в начале? А, я ж на всех, я и думал. Самолетик-то. Мне бы помочь. Сейчас, у меня 30 патронов целых. Давай, ты сможешь, все будет хорошо. Давай, ты машина вообще. Давай. Блин, у меня нету... Штурмовки нормальной никакой нету. Ты сможешь. Я все помогаю. Бля. Идеально, мне кажется. Бля, меня сбили. Любой позавидует. Меня внутрь сбили. Сука, катается просто рядом. Они уехали, что ли? Не, вот этот вообще лежал. Ну, он ждал, да. О, а у него нормально есть. А. Сука. Была бы сама одежка уже полнуть, я бы закандошу. Я не нашел его. Сейчас я пули сбегаю. Смотрю, что никто не ездит. Так, здесь есть. Да, здесь она есть. В вашу сторону утёк. Но кто-то ракеты забрал. Кто-то ракеты забрал. Меня рядом нету. Тебе, я бы удивился, если бы ты там уже ракеты забрал. Так. Ну, могу уметь стекло. Так, доктор Факс. Упс. Так, кукушка. Круто получается со снайпой стрелять. Я там тачку видел, где она? Где? Покажите пальцы. Покажите пальцы, где она. Вижу вертолет только. А где он? Там, в доме. Он там не один, наверное, да? Я одного взламываю, он один. Все. Там с городка стреляет снайпер. О, а еще и здесь. 54 там бот, наверное. Ага. И слева еще один. А, это... Кукурузи. Какой не боты. Прыгать разучусь. Где он? А, ёптвою мать. Я тебя вообще не увидел, чел. А, мотик перепутал с чем-то.
Сейчас, ну, сейчас спасу. Сейчас. Сейчас. Сказала бы, что... Первая. Сказала бы уже, что едешь. Ну. Я всегда еду. Я всегда в пути. Ну ясно, извини. Ёбаный кукуруза. А шо ж кукуруза не стреляет? Кукуруза не стреляет? Вот блин. Да, блин, кукуруза не простреливается. Как грустно, её только есть можно. А я думала, она ещё для чего-то. Не, она стреляет и превращается в этот... Попкорн. Бесполезная кукуруза. Одного вижу. Поплохело. Снайпер, ага, хорошо. Снайпер еще где-то был здесь, вот. Нет, вот. Как у всех. У меня здесь еще один. Моя машина вообще залагала. Ревайвы падают. Да что, у тебя тоже еще есть машина? Блять, да ну нахуй, а. Там одного поднимать будут, и один в доме у меня крысит. Блин, у нас еще с моста. Осторожно. Хорош. Все, там тачки больше нет никакой. Да, сколько. Слева поднимают от тебя второй. Сзади, вот слева, да, слева должны поднимать. Ближе к воде. Нет, там никого нету. Я ж. Я бы увидел. Ты. Ну вот здесь вот должен быть кто-то. Тут бот. Я нокала здесь челиком. А, ну бот ползает, а я взламывать не могу. Кто лежит. Вон, видишь, дверь открыта. Дверь открыта. Ну тут были люди. Странно, а куда он делся? Вот, все эти были люди. Не, один есть где-то до сих пор. И он не нокнутый. Он где-то рядом прям. А у тебя нокнутых, это как ее? Не, ну, нельзя? Не, нельзя их взламывать. Я за этот склад закрыт. А, во, все. Понятно. Ну, потому что они мешают, и нет смысла их взламывать. Так и определяются, кто стоит. Сколько стоит. Ну, наверное, да. Ах, да, сучка. Я добрый человек. Добрый человек. Конечно. Подкинь меня. Нет, не подкинешь. Блин, до сих пор человек где-то рядом. Ты что, определись, нравится тебе это или нет? Я пока не знаю. Где-то рядом человек до сих пор есть. А, нет, Батин. Это бот. А как он выглядит? Тебя видно было? Ботинок. А. Я не смотрю. А, как ботинок, садись. Не, подвези лучше не меня. У меня есть ноутбук. Не меня лучше подвези. Так, у него есть ракета. Вот он. А, у меня же 50. И пошли все с раку. Я хотел кого-нибудь присесть, чтоб он присадил. Ну и ладно. Кого-нибудь присесть. Я хотела, чтобы кто-то мне. Почему никто не хочет со мной сидеть? И что противно? Что я вам сделала такого? Ну, местный убой был. Я покатать хотел. Я хотела покатать кого-нибудь. Да.
Ладно, я не хочу к ним ехать, мне страшно. Там может. Там где-то тачка, да? Ну так-то да. Где? Где? Где тачка? Вон там, что ли? Ну, там. Да. Опа, подгончик. Спасибо. А у тебя какой синий? А, синий. А. Где тачки были? Я то их могу взорвать. Где они? Да они уже уехали. Что ты доебался? Ага. Ну, как раз если буду ехать, я их увижу. Ну, что-то все по разным сторонам смотрю. Полегче. А чё они все ушли с машины свои? Пешком решили стоять? Катаются где-нибудь. Зона ещё большая. А, ну, я знаю, где они. Поехали. 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 Да я когда-нибудь приземлюсь уже. Я не мог вообще приземлиться. Я бегу по лесу. Я поэтому бежал. У меня, блядь, 30% теперь. Никуда теперь ехать. Блин. Нихуя тебя пыльнуло. Да, вот. Это меня вниз горы вот пыльнуло, и вот так вот я долго и шел. Все. Ну, блин, ты мне машину это сломал, а на чем не ездить, петух. Вон ты. Танк есть. А, нет, это не танк, показалось. Ну, как мне теперь спасать машину? Ой, машину, ну, лаву, если там мне теперь нет машины. Терминатора. Я не поеду с 33%. Погоди, надо человек. Тихо. Не знаю. Блин, ну как так? Ёб твою мать. Чё такое, а? Как я в тебя не попала? Пинг, наверное. Чё такое? Что такое? Что случилось? Всё плохо? Чуть-чуть прям не хватило, а? Не дострелял. Да ничего, блин. Почему все в разных местах бегают? Нет, не окей. Не окей. Нет. Тихо, не попадете. Не попадете. Все, теперь не попадете. Сучка. Давайте нам лучше вместе держаться, а? Потому что все типы не слабые. Летят. Блин, со мной еще и ревайв падает. Блин, до сих пор здесь. Рейнджер там стоит. Да, там. Мне не пройти, не проехать из-за него. Суки. Блин, я даже сбить человека не могу. Ну и граната кинула. Чисто сломала. Там челик ходит. Ну он там один, скажи, первый. Там их троица. Он там один, первый. Там троица. Эх, кое-как отвлекал. А, трое. Я даже сбить пытался хоть одного. Получилось. Понятно. Блять, 15%. Оп. Ну за мной один едет. Блин. Один за мной едет.
Бля, к чему? Бля, надо уже слезать. Надо идти. Так, взламываем, взламываем. Аккуратно, наверху. Крыша ебаная. Мне плохо уже. Аккуратно. Аккуратно. Отступаем. Ладно. Зачем ты кинул? Тихо. Это хорошо, я ему броню ломаю. Это конечно хорошо. Сейчас. Блин, нет, он с правой стороны идет. Блин, нет, сучка. Блин, вообще, ноль попаданий было. О, все. Нихуя засовили. Это он закончился.